И всем привет, меня зовут... Ой, не то. Всем привет, и вот уже на канале скоро будет 300 подписчиков. Но это никак не относится к теме этого видео, поэтому упустим этот момент. В общем, недавно я снова начал играть в The Long Drive и подумал, а есть ли в игре какой-нибудь карспавнер? Ну или хотя бы что-то схожее с ним. Ну и как говорится, искал медь, нашел золото, и ну, он действительно есть. Хотя не все так просто, ибо я нашел всего лишь пару видео от одного и того же автора, который толком ни хрена не объяснил, сказал про какой-то официальный дискорд игры, но там я тоже ничего не нашел. В общем, спустя время мне все же удалось найти этот заветный мод и модлоудер к нему. А теперь приступим к установке. Первое, что нам нужно сделать, так это перейти в мою группу, потому что все ссылки будут находиться именно там. Кстати, можете подписаться туда. Сначала скачиваем модлоудер или патчер, жмем на эту кнопку и указываем путь к игре. Далее жмем install, затем скачиваем файл спавнера и кидаем его в эту директорию. Теперь можно идти проверять. Запускаем игру и жмем на клавишу insert. Открывается менюшка со всем транспортом. Далее делаем паузу, дабы появился курсор. И обратите внимание, что выбирать пункт нужно аккуратно, так как меню паузы тоже будет нажиматься. Выбираем нужный нам транспорт и спавним его. Ну и на этом все. Все ссылки будут в описании, также более детальный обзор мода будет в группе. Если, конечно, вам оно будет нужно. Подписывайтесь и всем пока.